Каламчан приглашают принять участие в международной премии «Мы вместе». Цель ее проведения – развитие культуры взаимопомощи и поддержка лидеров социальных изменений, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. Данная премия реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Также она является продолжением общероссийской акции «Мы вместе», в ходе которой помощь в пандемию получила более 6 миллионов человек. Премия «Мы вместе» состоит из 4 треков – медиа, бизнес, волонтеры и международная. Заявки могут подавать физические лица старше 14 лет и представители юридических организаций старше 18 лет. Для того, чтобы принять участие в этом проекте, нужно подать заявку на официальном сайте premia.myvmeste.rf до 5 июля.